Всем привет! Привет, меня зовут Ария. Сегодня мы будем делать молочные. Да, и сегодня мы будем делать шоколадное мороженое на палочке и украшать его айсинг-кремом разноцветным. Класс! Давай же скорее открывать. Вау, какая красота! Еще что-то? Какая-то бумажка? Давай посмотрим, что там есть. Здесь есть вот такие вот формочки, шоколад и палочки для мороженого. И вот такой вот крем, который мы будем украшать наше мороженое в конце. Это, скорее всего, упаковочные пакетики с бантиком, чтобы красиво завязать. А здесь у нас инструкция, как приготавливать наше мороженое. Ну что, Даник, будем начинать? Да! Для начала нам нужно вытащить 4 палочки. В нашей формочке есть место для 4 мороженых на палочке. И еще. Теперь нам нужно растопить шоколад? Да. Даник, у меня к тебе такое предложение. Можно растопить черный шоколад, и можно растопить белый шоколад. И можно сделать мороженое. Одно белое, одно черное, одно наполовину. Как ты хочешь? Да. Высыпаем наш шоколад в миску. И белый шоколад мы тоже будем использовать. Супер! Теперь все это нужно растопить. А потом есть. Да, когда оно будет готово. Шоколад мы расплавили. Теперь его нужно положить в формочки. В инструкции написано, что сначала нужно палочки обмакнуть в шоколаде. Обмакнуть? Да. Да, вот эту сторону, да, чтобы лучше само мороженое лучше прицеплялось, да. Вот так. Одна палочка готова. Вторая палочка тоже готова. И еще одна. И еще одна. Последняя готова. Ой, ой-ой-ой. Теперь нужно заполнить. Какая красота! Давай еще. Как красиво получается. Ох, какой он густой. Надо быстренько работать с ним. Ой-ой-ой, нормально все. Супер, супер-супер. Теперь ты можешь напополам сделать. Половинка черного, половинка белого. Да. Ой. Он застыл, белый шоколад. А здесь какую ты хочешь сделать? Черный шоколад или тоже черно-белый? Черно-белый. Хорошо. Опа, помогаем ложечкой. Вот так. Сейчас мы это дело все потрясем. И оно все утрясется. И будет вообще супер. Ух ты, как красиво, Даник. Что ты такое делаешь? Вот такая вот красотенюшка у нас получилась. Теперь все это нужно заморозить? Да. Ну вот и все, наше мороженое застыло. Теперь
Теперь его нужно аккуратненько отсюда вынуть. Одно готово. Второе. Третье. И четвертое. Вот так вот они выглядят. И теперь их нужно украсить. А красить мы будем вот таким вот специальным кремом айсингом. Можно раскрасить так же, как на картинке. Смотри, Даник. А, конечно. И великий кондитер Даник. Можно, знаешь, как сделать? Можно все вот это мороженое облить, будет у него голубая глазурь. А это теперь мы аккуратненько ложечкой, смотри, можем вот так вот размазать по мороженке. Он застывает. Ух ты! Черный шоколад с клубникой. Ух ты! Такая вот красота у нас получилась. Интересно, как на вкус. Сейчас попробуем. Ну, давай. Вкусно? Если тебе понравилось видео, смело ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока!